Привет, друзья! Вы на канале Rumikom. Сегодня поговорим про невероятно стильную лампу Xiaomi Mi J Bedside Lamp 2. Лампа поставляется в стандартной белой коробке, на которой указаны все технические характеристики и пометка Apple HomeKit. Об этом чуть позже. Внутри все скромно. Сама лампа в единственном белом исполнении, инструкция и блок питания с китайской вилкой, переходник на который мы вам подарим при покупке. Лампой можно управлять как в приложении Mi Home, так и в приложении HomeKit для тех, кто пользуется техникой яблочной компании. В Mi Home все как обычно. Заходим в приложение, в раздел «Добавить новое устройство», во вкладке «Освещение» находим нашу лампу и выбираем. Затем удерживаем кнопки синхронизации и питания на самой лампе, как это показано в приложении. Происходит синхронизация и устройство появляется в вашем списке гаджетов. Интерфейс раздела управления лампой максимально простой. Вы можете управлять температурой, свет, яркостью и, конечно же, устанавливать любой цвет из 16 миллионов возможных. Функция пипетка здесь тоже имеется. Запускаем камеру, наводим на цвет, который хотим установить, и нажимаем «Применить». Как я говорил ранее, лампой также можно управлять и с помощью приложения HomeKit. Для этого запускаем приложение и выбираем пункт «Добавить аксессуар». Затем сканируем специальный QR-код на корпусе самой лампы, и вуаля, лампа добавлена в список ваших устройств. В приложении HomeKit функционал управления практически аналогичен управлению в приложении Mi Home, за исключением пипетки, здесь такая возможность отсутствует. Максимальная яркость прикроватной лампы 400 люмен, и ее можно вполне использовать как основной светильник ночью и даже днем. Минимальный световой поток светильника составляет менее 2 люмен, ночью он не слепит глаза и окружает тусклым успокаивающим светом. При выключенном светильнике можно провести пальцем по линии регулирования для выключения света и настройки яркости. Короткое нажатие переключает свет, длинное нажатие переключает режим. Движением вверх и вниз регулируется яркость. Короткое нажатие включает-выключает светильник, длинное нажатие активирует отложенное выключение. Кроме того, умный помощник Xiao Ai позволяет использовать голосовые команды для управления настройками, а владельцы устройства Apple могут управлять светильником с помощью Siri, отдавая голосовые команды или настраивая алгоритмы автоматизации работы. Купить лампу Xiaomi Mi J Bedside 2 и другие гаджеты Xiaomi вы можете в нашем магазине Rumikom, все ссылки в описании. Ну а вы, друзья, поставьте лайк этому ролику, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать свежие обзоры техники Xiaomi. На этом все, до новых встреч, пока!